Привет, мои хорошие друзья! Мы с вами сегодня будем чинить мое кольцо. Сама идея, я надеюсь, вам пригодится. Смотрите, вы, наверное, все помните такое кольцо от Avon. Оно такое симпатичное. Но тут случилась проблема. Отпаялся хвостик. И теперь, смотрите, теперь можно снимать все бусины. Вот. Медь, конечно, я не смогу запаять, но что можно сделать в этом случае? Вот эту ножку можно приклеить особым образом. Я услышала об этом в интернете и хочу попробовать сегодня с вами вместе. Нам нужно будет секундоклей, сода обычная. И сейчас мы сделаем этот эксперимент как раз вместе с вами. Наша цель – прижать как можно сильнее то, что отпаялось, капнуть на стык этим клеем и припудрить содой. Наверное, одно звено все-таки надо снять, а мы потом его оденем. Смотрите, видите, я прижала. Теперь капаю сюда клея секунда. А теперь должна припудрить содой. Счищаем. Смотрите, образовалась такая ножка. Можем капнуть еще раз и еще раз припудрить. Капаем клея и опять припудриваем. Схватилось неплохо, мне так кажется. Сдуваем все лишнее. И смотрите, сода сделала чудеса, сделала вот такую очень жесткую ножку, основу, и теперь не будет отклеиваться наша. Я даже пробую сейчас его отжать, не отжимается. Ура! Друзья, 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 мы сделали это. Ну, теперь осталось поремонтировать до конца наше колечко. Звено, которое мы сняли, мы его повесим обратно. Готово. Итак, у нас теперь будет и белое, и черное. Этот метод починки можно применить другим поломкам. Попробуйте тоже. Сода затвердевает вместе с клеем секунда. И это делает такую хорошую ножку или основу для чего-то, что, возможно, не совсем хорошо крепится. Была очень-очень-при-очень рада поделиться с вами. Пускай у вас ничего не ломается или все чинится. Пока-пока!